Я полностью буду содействовать следствию для торжества правосудия. Ну, почему тогда вас обвиняют? Ну, это, наверное, у следователя надо спросить, почему он обвиняет. Я же не сам себя обвиняю. Скажите еще раз нам, пожалуйста, считаете себя виновным? Я уже сказал. Ну, повторите, мы просто понимали. Ну, вы считаете себя виновным? Я один раз уже сказал. Ну, ответьте, вы считаете себя виновным? Еще раз сказал. Я уже сказал. Ну, ответьте нам, пожалуйста. Нет. Ну, вы говорили о том, что были какие-то нарушения, когда вот вас задерживали. Что это за нарушения? Почему вы не согласны с этим? Мне кажется, это у следователя надо спросить. Так вы же заявили о нарушениях. То есть вы же заявили о нарушениях. А в ходе процесса и оперативно-розыскных мероприятий, и следственных мероприятий было много вопросов, которые связаны в том числе с оформлением протоколов и так далее. Там все написано. Ну, мы же не читали протокол. Вот вы нам можете разъяснить, с чем вы не согласны-то? Ну, давайте возьмем протокол, прочитаем, что в чем там несогласие, то, которое писали адвокаты. Я вам прокомментирую, почему это было. Но это там следствие, которое нужно комментировать каждый. Я не держу это в голове. И тем более следствие, я так понимаю, что еще не закончено. Поэтому, когда будет конкретика, я вам ее прокомментирую. А сейчас хочу сказать единственное, что я буду полностью содействовать следствию для того, чтобы все-таки следствие разобралось до конца, кто и каким образом это проводил, и чтобы вопросов никаких не было. В данный момент я могу сейчас только одно сказать, что в мой адрес идет или была в основу положена следствие некорректная, как минимум, информация. С чем? Спасибо.